Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 25, упражнение номер 74. Вычисли удобным способом. Итак, нужно 90 разделить на произведение чисел 5 и 2. И здесь нам удобно сначала найти произведение чисел 5 и 2. Это получается 9. 90 делим на 10. При делении на 10 мы отбрасываем 1 0. Получается 9. 150 нужно разделить на произведение чисел 6 и 5. Здесь нам удобно 150 разделить на второй множитель, на 5. Это получается 30. И 30 делим на 6. Это получается 5. 600 нужно разделить на произведение чисел 52. Здесь нам удобнее сначала найти произведение чисел 52. Это получается 100. 600 делим на 100. При делении на 100 мы отбрасываем 2 нуля. Получается 6. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.